Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня у нас с вами есть последняя возможность продолжить знакомство с нашим отделом модельно-макетной работы в его старом месте. Поскольку буквально через несколько дней отдел переезжает на новые площади за городом в промышленную зону, где есть более широкая возможность приступить к проведению испытаний подвижного состава SkyWay в натуральную величину, ибо грядет его промышленное производство, а также более плодотворно проводить испытания элементов путевой структуры, поскольку для этого присутствуют все возможности. Поскольку это промышленная зона индустриальная, то там есть вся необходимая инфраструктура, а также это все расположено за городом, и стоимость аренды намного ниже, чем в Минске, поэтому это тоже очень положительно сказывается на экономике проекта. Итак, время подвести промежуточные итоги, вспомнить и рассказать вам, каковы достижения нашего отдела модельно-макетной работы или опытно-экспериментального производства на настоящий момент, для чего приглашаю последовать за мной. Не могли бы вы рассказать о каждой? Да, модели. Ну вот модель тоже масштаба 1.10, городской юнибус. Ну, ее видел президент России, Российской Федерации Путин Владимир Владимирович. Видел в Баку на саммите Россия-Азербайджан. И президент Азербайджана Алиев тоже видел эту действующую модель. Она действующая. Ну, эту модель мы делали по заказу для города Хабаровска, демонстрировали губернатору Хабаровского края, мэру Хабаровска. Вот эту действующую модель, это тоже действующая модель, хотя она маленькая, это масштаб 1.20. Это мы делали по заказу Ханты-Мансийского округа и демонстрировали губернатору Ханты-Мансийского округа Филипенко и руководству города Ханты-Мансийска. У нас было заключено два контракта с Ханты-Мансийским округом на городскую систему и на высокоскоростную систему и на создание, разработку стратегии создания сети струнных дорог в Ханты-Мансийском округе. Это был 2007 год. Эту действующую модель мы демонстрировали в Серегере, где тоже видел тогда президент эту действующую модель России Медведев. А этот струнный рельс на Госсовете по инновациям на транспорте в 2009 году держал в руках президент Российской Федерации Медведев. Потом можно будет и нам всем поддержать. Да, конечно, здесь после отпечатки его рук. Не сотрем. Так что можно, конечно, поддержать. А если действующая модель, к сожалению, ну, наверное, вот эту модель мы не сможем проверить так, но, может, вы покажете, я слышал, что она даже открывается. Нет, да, здесь, конечно, это действующая модель, и здесь есть и вход, там даже есть туалет маленький, да. Открывается вот так дверь, и вход с двух сторон. Здесь даже есть бортовой компьютер, противосходная система, то есть это полностью действующая модель. Масштаб 1.20. Все 1.10, это 1.20. Да. Ну, она видно более маленькая. Ну и тоже была трасса действующая. Где-то 10 метров длиной. По кругу ходил юнибус. Это городской, и он, видите, необтекаемый, потому что здесь скорость маленькая, и аэродинамика не так значима. И это сделано, ну, в форме такого, как бы, граненого стакана. С точки зрения удобства эргономики, чтобы можно было и обзора, и изнутри смотреть, проезжая по городу,
виды города. И форма близка нашему народу. Да, близка и понятно. Да. Граненый стакан. Так. И обзор будет хороший, потому что, ну, представляете, вы едете, нет шума, нет колебаний, комфорт, да, и вы стоите перед стеклом и видите город. И ощущение от полета птицы. Это не в трубе, да? Да, это не в трубе, это не гиперлуп, конечно. И это совершенно безопасно. Даже в случае аварийной ситуации тут можно эвакуировать легко на станцию, либо спуститься на землю, ну, с помощью специального эвакуатора. Ну, я думаю, экотехнопарк, когда мы его все-таки закончим, строительство, покажем все эти преимущества. Первые действующие уже как бы комплексы, грузовой и городской, мы покажем осенью следующего года. Действующие уже. Сколько целиком людей уже ждут? Ну, много. Ну, уже 200 тысяч наших участников и более 30 тысяч инвесторов, по крайней мере. Да, здесь, вот видите, это еще модель, она монорельсовая. Здесь на одном рельсе, да? А все остальные бирельсовые. Хотя и все варианты могут быть тоже монорельсовыми, в том числе и навесные. У нас есть тоже варианты, когда навесной, сверху все равно возможен монорельсовый вариант. А в чем преимущество монорельсового перед бирельсовыми, скажем так? То есть, раз они разрабатывались, значит, есть же какие-то, наверняка, у каждого решения недостатки и преимущества. Безусловно. Не могли бы вы рассказать? Безусловно. Если взять навесную систему, здесь пролеты не очень большие должны быть, но до 100 метров, иначе будет гибкость пути. И поскольку цен тяжести транспортного средства юнибуса поднят вверх, то при боковом воздействии, например, ветер, да, возможно опрокидывание. То есть эта конструкция на больших пролетах и при гибком рельсе неустойчивая. Поэтому пролеты небольшой длины. Если взять подвесной вариант, то цен тяжести юнибуса размещен намного ниже пролетного строения, то есть струнного рельса, и поэтому пролет может быть любой длины, километр, два, три, при этом устойчивость движения будет обеспечена. Мы это увидим. Это в масштабе 1 к 10, где-то пролет здесь, ну, 300 метров, где-то 30 метров этого, на 10 умножить, 300 метров пролет. Мы видим, он идет устойчиво. Идет на расстоянии там буквально 5 сантиметров от стены, и это совершенно безопасно. Чтобы понимать, это 50 сантиметров. Можно вот ехать на таком расстоянии от стены, это будет безопасно. Прекрасно. С удовольствием посмотрим хотя бы на смоделированное в масштабе движение в подобных условиях. Ну, скоро мы увидим это уже в масштабе 1:1. Собственно, это было и в Озерах, где ЗИЛ ездил. Да, это был имитатор колесного транспортного средства, но это транспортное средство, то есть это был вариант, полномасштабный вариант грузовой транспортной системы Skyway. Поэтому мы моделировали в масштабе 1:1, и испытания, исследования, демонстрации подтвердило нашу правоту, то, что струнный рельс, струнно-путевая структура жесткая, прочная, надежная, долговечная. И дорога функционировала в Озерах 8 лет, пока вандалы не снесли. Она выпросила 100 лет. Ну, кому-то это мешало, видно, сильно. Самолет «Братьев Рай» до сих пор сохранен, стоит в музее. И это тоже как музейный экспонат мог бы быть. Да?
тому, что вы только что увидели и услышали, можно добавить вот еще что. В нашем проекте работает большое количество инженеров-конструкторов, которые создавали в недавнем прошлом знаменитый проект народного автомобиля «Йомобиль». И у них есть в запасе огромное количество уникальных разработок, которые, возможно, пригодятся проекту Skyway. И будут они продолжать тот же самый проект на тех же самых площадях. О чем я говорю? Допустим, для Йомобиля было создано такое уникальное техническое решение, как отопление салона жидким топливом, которое позволяло не разряжать батарею, в том числе Йомобиль не замерзал зимой, подобно другим электромобилям. Точно пригодятся нашему проекту такие наработанные решения, как использование мотор-колес, а также гибридные технологии, которые прошли обкатку в раллийных условиях лучшими автогонщиками. В любом случае, я думаю, что мы продолжим знакомство с нашим отделом модельно-макетной работы после того, как они переедут в новые площади. Присоединяйтесь к нашему проекту, и тогда в вашей жизни станет больше моделей, достойных вашего внимания. Строй Skyway, спасай планету!